Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео по многочисленным просьбам моих дорогих подписчиков я записала видео именно по вязанию крестильных пинеточек. Рассчитан данный размерчик от 0 до 3 месяцев. Длина подошвочки у меня 8 сантиметров. Я приблизительно посмотрела в интернете, с какой ножкой рождается ребенок. Это около 5-7 сантиметров в зависимости от, скажем так, пола мальчик-девочка. И, в принципе, от этого отталкиваясь, я поняла, что 8 сантиметров – это самый оптимальный вариант размера для пинеток. Вот. При том, что многие, я знаю, что на крестинах, если прохладная погода, могут одеть бодик, либо же колготочки. Вот на это я и рассчитывала. То есть 8 сантиметров, плюс они немножечко тянутся. Вот, я связала нежно-голубого цвета, вы можете взять нежно-розовые, белоснежные, то есть, в принципе, любой цвет на свой вкус. Такие пинеточки, я считаю, можно связать как мальчику, так и девочке. Единственное, что не делайте такие большие рюши, если для мальчика, и не цепляйте цветочки. Возможно, это будут какие-то грубые отвороты столбиками, либо же это, возможно, какие-то украшения машинками вместо цветочков. Ну, в принципе, здесь уже можно включить свою фантазию. Я комбинировала пышные столбики, столбики с накидом. Вот, и вот такие вот рюшики сверху. Схемки я не прикладываю. Я могу только лишь посоветовать для тех, кто вяжет по схемам, это посмотреть в интернете. Очень большое количество есть схем именно крестильных пинеточек. То есть это схемки отдельно подошвочки на любой размер. Это схемки каких-то различных подъемов. Я записала именно видео для тех, кто хочет посмотреть, как же делается. Кому понравилось, обязательно лайкайте, нажимайте на колокольчик под видео для того, чтобы получать оповещения, которые выходят новые видео на моем канале. Вот, в дополнение к этим пинеточкам я свяжу еще крестильный чепчик. Вот, конечно же, кому понравилось, приступаем к вязанию. Запасаемся терпением. В принципе, на такие пинеточки уходит малое количество времени и где-то около 2/3 моего моточка пряжи. Для вязания я буду использовать пряжу мерсеризированных хлопок фирмы Yarn Art. Серия называется Бегония. Здесь 169 метров 50 граммов. Более подробно о данной пряже есть отдельное видео. Ссылочку смотрите ниже в описании под этим видео. Крючок я взяла номер 3. Также нам понадобятся ножнички. И я взяла для украшения атласную ленту в тон пряжи своей, пол сантиметра шириной. Возможно, вам понадобятся бусинки, белая ниточка, если у вас пряжа нежная, либо же можете тон в тон пряжи взять, и иголочка для того, чтобы сделать украшение на пинетке. Так как я люблю вязать две пинетки одновременно, а у меня один моток, то одну ниточку рабочую я беру основную, когда снимаете этикеточку, вот она идет, скажем, при разматывании моточка, а вторая у нас всегда находится в центре, то есть мы, если она вот так вот не торчит с одной или с другой стороны, то хорошо протаскиваем два пальчика во внутреннюю сторону и вытаскиваем. Обычно достается вот такой вот небольшой, скажем так, сверточек, и находим рабочую нить вторую. То есть одна у вас идет из центра моточка, вторая из, скажем так, верхней стороны, там, где снимаете этикеточку. Так как мне нужна подошва на 8 сантиметров, то мы набираем цепочку из воздушных петелек минус 3 сантиметра, то есть, соответственно, 5 сантиметров. Итак, я делаю начальную закрепительную петельку. Далее набираю цепочку из воздушных петелек длиной в 5 сантиметров. Я знаю, что по плотности моего вязания это 15 воздушных петель. Первая воздушная петля, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая и пятнадцатая. Я набрала своих 5 сантиметров, ну ориентировочно, то есть плюс-минус. Хотите, можете сделать на пару петелек больше. И теперь начинаем вязать первый ряд. Для начала мы делаем одну воздушную петельку, и в начале каждого последующего ряда мы будем также делать по одной воздушной петле. Делаем накид и отсчитываем третью петлю от крючка. В нее мы делаем полустолбик с накидом. Для этого делаем накид, вводим крючок в рабочую третью петлю, захватываем ниточку, и у нас на крючке 3 петельки. Сквозь 3 петельки, теперь захватывая рабочую нить, пропускаем. Вот таким вот образом мы связали полустолбик с одним накидом. И в каждую последующую петлю мы вяжем также полустолбик с накидом. Делаем накид, следующую петельку
Вводим крючок, захватываем рабочую нить на крючке 3 петли и пропускаем сквозь 3 петли рабочую нить. Это второй столбик, далее третий столбик, четвертый. Это считается неполный столбик с накидом. Пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый и пятнадцатый. На 15-м столбике, полустолбике с накидом, у вас должны закончиться петельки по цепочке. Мы сделали 15 полустолбиков с накидом. И теперь в последнюю петельку, куда делали 15-й столбик, делаем еще 2 полустолбика с накидом. То есть должно в последней петельке у нас оказаться 3 полустолбика с накидом. То есть как бы сделали такой вот условный поворотик уголок. Теперь мы поворачиваем другой стороной цепочку. И начиная со следующей петельки, вот она у нас, начинаем отсчитывать 13 столбиков, полустолбиков с накидом. Итак, в первую петельку делаем первый полустолбик, далее в следующую второй полустолбик, в следующую петельку третий полустолбик, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый и тринадцатый. А далее вот в эту оставшуюся последнюю петельку первого полустолбика вот этого ряда в начале мы должны сделать прибавление, то есть связать 2 полустолбика с накидом вот в эту одну петельку. Первый полустолбик с накидом и сюда же второй полустолбик с накидом. Далее находим первую петлю подъема, вот она у нас, и делаем сюда соединительный столбик. Первый круговой ряд у нас окончен, он у нас обвязан просто полустолбиками с накидом. Далее второй ряд мы начинаем с воздушной петли подъема, накид. И в петлю основания воздушной, вот здесь вот петельки подъема, делаем 2 полустолбика с накидом. Первый полустолбик и сюда же второй полустолбик с накидом. То есть сделали прибавление в начале ряда. Далее нам нужно провязать в каждое последующее 13 петелек предыдущего ряда полустолбиков, также по полустолбику в каждую петлю. Итак, начиная со следующей петельки делаем первый полустолбик с накидом, в следующую второй полустолбик с накидом. Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый и тринадцатый полустолбик с накидом. Связали 13 полустолбиков и далее делаем 3 прибавления подряд. Первую петельку, то есть уже получается это 15 петля этого ряда, делаем 2 полустолбика с накидом. Первый полустолбик и сюда же в эту же петельку второй полустолбик с накидом. Это первое прибавление. Далее в следующую петельку делаем полустолбик с накидом первый. Вот таким вот образом. Первый и сюда же второй полустолбик с накидом. Это второе прибавление. И третий раз точно так же делаем полустолбик с накидом раз и полустолбик с накидом второй раз в одну и ту же петельку. Сделали прибавление и как бы сделали, получается, вязаный уголочек. Переходим на следующую сторону и продолжаем вязать 14 полустолбиков с накидом. Начиная со следующей петельки отсчитываем первый полустолбик, следующую петлю второй полустолбик, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой,
девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый и четырнадцатый. Далее до конца ряда у нас остаются 2 петельки. Вот они у нас до воздушной петли подъема в начале ряда. И мы в каждую из петелек делаем по прибавлению. То есть делаем накид. Первую петельку мы вяжем полустолбик с накидом первый. И полустолбик с накидом сюда же в эту же петельку второй. Это первое прибавление. И в последнюю петлю ряда первый полустолбик с накидом. И сюда же второй полустолбик с накидом. То есть второе прибавление. Петлю воздушную в начале ряда делаем соединительный столбик. И мы завершили с вами вязание второго ряда. В третьем ряду поднимаемся снова на одну воздушную петельку. Далее делаем в петлю основания воздушной петли, вот здесь вот, полустолбик с накидом первый и сюда же второй. То есть в начале ряда у нас сделано прибавление. Это первый раз. И в следующую петельку ряда делаем такое же прибавление. Полустолбик с накидом раз. И полустолбик с накидом второй раз. В начале третьего ряда сделали 2 прибавления, а затем, начиная с третьей петельки, отсчитываем 10 полустолбиков с накидом. Первый полустолбик с накидом, в следующую петлю второй, далее третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и десятый. Далее, для того, чтобы подошва имела красивый такой вот округленный вид и в районе пальчиков пошло небольшое расширение, то мы перейдем вот на вот этой части, там, где у нас будут находиться пальчики, с этой стороны пяточка. Мы немножечко расширим. Для этого перейдем на столбики с накидом. Столбики с накидом мы будем вязать таким образом. Делаем накид. Вводим крючок в петелечку, захватываем рабочую нить, на крючке 3 петельки, пропускаем рабочую нить сначала через 2 и затем через 2 оставшиеся. Это у нас столбик с накидом. Так нужно повторить еще 3 раза. То есть первый столбик мы сделали, далее второй столбик с накидом, третий столбик с накидом и четвертый столбик с накидом. То есть у нас пошло небольшое, если вы обратили внимание, расширение в районе носочка. Далее, сделав 4 столбика с накидом, нам нужно сделать последующие 6 петелек по прибавлению. И также продолжаем делать столбики с накидом. Первую петельку, ближайшую, делаем столбик с накидом и сюда же второй столбик с накидом. Раз, прибавление. Следующую петельку, столбик с накидом и сюда же второй столбик с накидом. Второе прибавление. Далее в третью петельку столбик с накидом, сюда же второй столбик с накидом, это третий раз. Далее в следующую петельку первый столбик, сюда же второй с накидом, это четвертый раз. Далее пятый раз делаем прибавление 2 столбика с накидом в одну петлю. И шестой раз. И снова мы обвязали с вами вот этот условный уголочек и перешли на следующую сторону. Сделав 6 прибавлений столбиков с накидом, провязанные по 2 столбика последующие 6 петелек. Далее мы вяжем аналогичным образом такие же 4 столбика на следующей стороне. Как бы зеркальное отображение. Первый столбик в следующую петлю, второй столбик в следующую, третий и четвертый. И далее снова спускаемся на полустолбики с накидом, как начинали вязать вот этот ряд. Для того, чтобы спуститься, нам нужно сделать такой же полустолбик с накидом, то есть делаем накид, вводим крючок, захватываем рабочую нить и сквозь 3 петельки пропускаем сразу же рабочую нить. Это первый полустолбик. Итак, нам нужно сделать 10 полустолбиков. В следующую петельку второй полустолбик, в следующую петельку третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и десятый. До конца этого ряда остается 3 петельки. В каждую из петелек мы делаем по прибавлению. Также продолжаем делать прибавления полустолбиками, как и начинали. Делаем первый полустолбик в ближайшую петлю раз и второй полустолбик в ближайшую петлю второй раз. Далее это первое прибавление. Следующую петельку делаем 2 полустолбика второе прибавление. И в следующую последнюю петельку ряда делаем третье прибавление, вяжем 2 полустолбика с накидом. И в петлю
Вот здесь вот воздушным подъемом в начале ряда делаем соединительный столбик. Мы завершили с вами вязание третьего ряда. И на четвертом ряду мы снова делаем одну воздушную петлю подъема. И обратите внимание, что вот эту часть мы будем вязать полустолбиками с накидом. А здесь, вот где у нас уже получаются столбики с накидом, мы будем вязать так и продолжать столбики с накидом. И у нас пойдет такое некое расширение. Итак, начинаем четвертый ряд мы с воздушной петли. И в петлю основания вот этой воздушной петельки делаем первое прибавление. То есть полустолбик с накидом первый. И в эту же петлю полустолбик с накидом второй раз. Это первое прибавление. И в следующую петельку делаем также 2 полустолбика с накидом. Первый полустолбик и сюда же второй. Далее нам нужно провязать над столбиками, над полустолбиками предыдущего ряда 12 полустолбиков в этом ряду. Начиная с третьей петельки ряда делаем первый полустолбик с накидом. Следующую петельку второй. Далее третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый и двенадцатый. Далее, если вы обратите внимание, в предыдущем ряду у нас с этого момента начинались столбики с накидом. Мы так и продолжаем вязать над столбиками с накидом, столбики с накидом и в этом ряду. Поэтому делаем накид и вяжем последующие 7 петелек по столбику с накидом. Итак, первый столбик с накидом, в следующую петлю второй столбик с накидом, в следующую петлю третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Далее нам нужно сделать такие же 6 прибавлений, как были связаны в предыдущем ряду. То есть в 6 последующих петелек мы будем вязать по 2 столбика с накидом. Итак, первую петельку 2 столбика с накидом, раз. Во вторую петельку 2 столбика с накидом, второе прибавление. Третью петельку 2 столбика с накидом, третье прибавление. Четвертую петельку, четвертое прибавление, 2 столбика. Далее пятое прибавление и следующую петельку, шестое прибавление. Далее в зеркальном отображении, в начальном, вот здесь вот в нашем увеличении мыска, мы вязали 7 столбиков. То есть аналогично и с этой стороны мы должны связать 7 столбиков с накидом. Первый столбик, следующую петлю второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Далее, аналогично первой стороне, мы должны также ее завершить, как и начали, для симметрии. То есть мы должны связать 15 полустолбиков с накидом, как вязали с этой стороны. Делаем накид и переходим на полустолбики с накидом. Первый раз, в следующую петлю второй полустолбик, далее третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый и двенадцатый. Далее до конца этого ряда у нас остается 4 петельки. В каждую из петелек нам нужно сделать по прибавлению. То есть делаем первый полустолбик и второй в одну петельку. Это первое прибавление. Первый полустолбик и второй сюда же, это второе прибавление. И еще 2 раза по 2 столбика полустолбика. Первый и последнюю петельку ряда. Далее делаем соединительный столбик в петлю подъема в начале ряда. И мы замкнули вязание в круг. Мы закончили делать прибавление. И теперь в пятом ряду нам нужно обвязать просто столбиками без накида по всей окружности подошвочки. То есть поднимаемся на одну воздушную петлю подъема и переходим на столбики без накида. В петлю основания воздушной петельки подъема делаем первый столбик без накида,
И в каждую последующую петельку делаем столбики без накида. Столбики без накида делаются самым обычным способом. Это вводится крючок в рабочую петлю, захватывается ниточка. На крючке 2 петельки, пропускаем сквозь них рабочую петлю. И вот так вот, без каких-либо изменений, в каждую петельку предыдущих рядочков связанные столбики мы обвязываем столбиками без накида, пока не дойдем до конца вот здесь вот ряда. И в петлю подъема сделаем соединительный столбик. Довязав до конца столбики без накида, мы в петлю воздушную в начале ряда, в петлю подъема, делаем соединительный столбик и замыкаем вязание в круг. Все, подошвочка наша готова. И как я и хотела, она получилась у меня 8 сантиметров. То есть я беру, измеряю сантиметр, и я бы даже сказала, есть 3 миллиметра запаса для того, чтобы начать вывязывать высоту пинеточки. Я всегда рекомендую ввязывать подошвочку одной и второй пинеточки в один день. Почему? Потому что плотность вязания на следующий день может у вас немножечко отличаться. Вы можете держать крючок более туже, возможно, как-то, ну, в общем, желательно делать подошву одновременно. То есть вы связали одну и сразу же приступаете ко второй. Если нет возможности связать две подошвы одновременно, отложите на другое время, когда у вас будет более свободнее. Потому что плотность вязания может отличаться. И, допустим, связав одну подошвочку, через буквально 3-4 часа вы можете связать ее более свободнее или более плотнее. Из-за этого у вас будет различаться размер по длине. Вот, поэтому желательно, конечно же, вязать либо одновременно, то есть по ряду, либо же, связав одну, приступайте сразу же ко второй. Вот, и по желанию, конечно, можете отрезать ниточку, если у вас, допустим, требует пинеточка. Начинайте вязание с мыска, либо же с боковой стороны. Если же у вас подходит, чтобы вы вязали с центра пяточки, то ниточку можете не отрезать и приступать уже вязать, вывязывать высоту. Вот, в принципе, я все сказала. Самое главное, набираем цепочку воздушных петелек минус 3 сантиметра от общей нужной вам, скажем, длины подошвы. Здесь достаточно ширины для подошвочки ребеночка ножки где-то до 8 месяцев. Вот, если же вы хотите размерчик побольше, то, соответственно, вам нужно будет делать ряды прибавления побольше. Но так как у меня это крестильные пинеточки, то я расширения и длины больше делать не буду. Этого, скажем, вполне достаточно. После того, как мы связали пару подошвочек, мы приступаем непосредственно к вывязыванию самих пинеточек. Ссылочку на вторую часть по вязанию крестильных пинеток я оставлю ниже в описании под этим видео. Так что присоединяйтесь. До встречи во второй части!